Я вас приветствую, бойцы, на связи ФЛС, и добро пожаловать в сельхозрайон. У нас тут американская команда, есть знакомые ники, да не заднеприводный дифрукт. Ну, сейчас повеселимся. Экс, начну я с пехотинцев, наверное, надо немножко обустроить левое направление. Пам-пам-пам, ранки неплохие, у них там один твинк есть с 900 игр, он сам об этом написал. Поэтому все должно быть чики-бомбони. Парочку автоматчиков сюда поставлю. Ребятки, ребятки, бегите быстрее. Значит, что мне надо? Мне надо очень быстро как-то расставить брустверы. Быстренько брустверы расставил. На скорую руку, разве что надо флаг взять. Это обязательно. Ну что ж, все готово. Я бы сразу засматривался на рейнджеров. Мне для счастья за американцев ничего больше и не надо. Пока на перезарядке, давай. Пошла, родимая. Отлично. Это гренадер, минус гренадер с пулеметом. Это ли не чудо? Это просто минус мощь у них. Надо забрать еще сейчас его. Они сами пытаются. Куда он делся? Куда он растворился? Тут был враг. Да ё-моё, долбаные теплицы. Так, ну, к сожалению, они схватили пулемет. А он был так близко. Интересные тут разборки. Угу. Ну что, меня атаковать не будут, насколько я понимаю. Пока чисто в пассивичках сидим. Давайте танкистов для разведки возьмем. А то мало ли. Да что они это, веселятся-то? Сейчас накажем их. Сейчас как рейнджера попрут. Вообще ничего не поможет. Маленькая пушечка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Жить будет. Так, ну я пока что просто копилка. Я не игрок, я копилка. И я коплю, ребята. Мне нужен безоткат там, сям. И все будет нормуль. Уже едет, и я предполагаю, что это смерч. Пум-пум-пум-пум-пум. Наверное, нужна пушка. И, наверное, я ее даже на грузовике привезу. У них два немца и один японец. Понятно. Нет, это троечка была. Пехотки прям не хватает. Он успел фугас зарядить. Да что с этими пушками-то? Долбаные пушки. Вставай давай. Вот поэтому им всегда нужно приказывать, чтобы они не стреляли. Иначе будете потом страдать из-за этого. Все через одно место, все. Ну, шанс того, что я бы пробил его, минимальный, если честно. Они там, по-моему, 20-миллиметровку привезли, или что это за грузовик? А какую дистанцию мне надо? 90 миллиметров. 90 миллиметров. Ну, давайте. Подползем поближе. Ладно, он сообразил. Давайте тогда откатимся назад. Немножечко. Тяжко пока как-то. Очень тяжко. Надо сразу танкистов готовить. Так, у меня какое-то движение.
Надо бы краем уха смотреть. Надо бы краем уха смотреть. Давайте хоть обычного бронебойщика сюда поставим. Мне неудобно. Совершенно неудобно. Там хаи появляется. Это смерть для меня, если честно. Господи. Нет, 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 вставай. Слагер 100. Я не знаю, может быть, попробовать здание это как-то сломать. Ну сейчас меня хаи убьет, я думаю. Глупости, глупости полные. Отступаем. Я могу, кстати, М3Ли взять. Не задается, пока им вообще ни в какую. Чинись. Хорошо. Пум-пум-пум. Надо, знаете, тоже навес какой-нибудь брать, потому что не отстанут. Хотя я могу взять М8, вот, но там хаи меня прибьют. У них прям на все есть контраргумент какой-то. Ладно, ничего. Сейчас разыграемся, я думаю. Здесь я бы перекинул гранаты для гранатомета. Вот так. Есть, сэр. Вот так вот. Давление справа продолжается. Дифрукта давит. Что ж такое-то? Но у нас появляется слагер. А это что-либо дозначит? Мне еще слишком мало лет, чтобы ко мне так прижиматься. Да едь ты! Да развернись ты, дура! Да... Он выбрал взорваться. Так, все, берем рейнджеров. Дуем на центр. От моей пушки пока вообще никакого толку нет. Они уже 30 очков накопили за бесплатно. На халяву буквально. Так, я бы пушку к себе поставил, что-то справа нервненькая обстановка. Давайте бегом рейнджера. Не, все-таки 3 американца это перебор. Не хватает прям чего-то, знаете, британского, советского. Как же мы нафиг раньше-то играли без альянсов? Пройдемся. Но 20 миллиметров убить никто не может. Вот настолько противны эти зенитки. Все, наконец-то мы сбиваем флаг. Просто роскошно. Надо держаться подальше от этого слагера. Он тут любит давить своих. Ложись и ползи. Вот так вот. Как я ненавижу эти карабины, знали бы. Еще и находятся люди, которым они нравятся, которые говорят, что это имба. Вы че, совсем что ли? Ну ладно, у нас рейнджеров все больше и больше становится. Однако, 105 будет. Я не знаю, я что-то пока не хочу тратить спецочки. Давайте саперов возьмем. Надо там подорвать им все. Есть, это я русский, а не то, что я буду брать 105. Can you take 105? О, вы из Англии. Yes, of course.
Can you destroy it, Хуи? Агась, агась, как же там много пулеметчиков. Хоть бы М-19 взять. Да, он, кстати, сейчас заметит моего бронебойщика. Но 105-й действительно нужен. Это правда. Вот что есть, то есть. Убил. Ползучего. Давай сюда дым. Сюда дым. В дом спрячемся. Я все еще жив. Это просто супер. Так, сапер, давайте. Дымы в руки. Дымы в руки. И взрывать. Где еще сапер? А вот он. Ну ладно, пулеметчик, захватывай флаг. Кому еще это делать? Кому еще этим заниматься? Снайпер убил снайпера. Супер. Не. Взорвано. Слушайте, саперы идеально зашли. Ты там жив, Райан? Держись. Держись, Райан. Ну, слушайте, неплохо. Только справа какая-то жопа у нас. Давайте туда хоть М-19 отправим. Хотя я не могу ничего взять. У меня слишком много всего. У меня бесполезная пушка моя. Давайте сливать ее, короче. Так. Пополняются тут. Гранатометы надо, наверное, поближе подтянуть. А то мало ли. Какая-нибудь мордашка подъедет танковая. Слушайте, Райан — это мастер выживания. Пусть он еще поживет. Вот эти брустверы мне прям не нравятся. М-19. Танкистов тоже слить надо. Танкисты, кстати, много занимают КО. Как и любая пехота. Пехота очень много КО занимает, в отличие от техники. Ай-яй-яй-яй. Слушайте, ну, 105-й так и просится. Так и просится. О чем? Все, он готов. Везде взрывы, везде боль, везде страдания. 105-й. Так, а у нас есть 105-й? У нас арта есть. Ладно, я, короче, возьму 105-го. Офика нет уже. Ничего, без офика поживем. Раньше тоже как-то без офицеров играли. И не жаловались. Нифига себе, там фолькштурму досталось. Нет, я уже не буду брать ни офиков, ничего. Так, начну я с зенитки, иначе там не сдобровать пехоте. Кто балансировал это? Ну серьезно, почему некоторые танки, как ИСУ-152, не попадают, а эта хрень всегда в точку? Ну как это называется? По-моему, я тигра слышу. Тигр, да-да-да. Я сейчас тоже услышал. Должен сюда встать. Готово. Нет, это не снайпер, я думал, это снайпер был. Он бегал так резво. Yes,
Ну и нормально. Пехота еще поживет. Почему я не по тигру стрельнул? Потому что я бы его не пробил. Увы, есть такой грешок у безотката. Не знаю, я на рандомочек стрельнул куда-то. Пушка не хочет моя погибать. Миномет бы как-то уничтожить. У нас арта есть. Че я парюсь-то? И першинг бы хорошо бы взять. Давайте, короче, 105-м сюда сгоняем. Надо помочь немножко дефрукту. Нет. Ну почему ты появилась так не вовремя? И что делать с этим смерчем? Блин, тигр плюс смерч — это убийственная связка, если честно. На ранних этапах никак не контрится. Можно, конечно, попробовать его 105-м подбить, но тигр... Он же меня перехватит. Это ж тигр, минирует, надо же. Так себе... На единицу поставлю. И что делать? И что вот делать? Першинга бы взять, но у меня столько дерьма ненужного. Почему ты стоишь задом? Давай под калибер. Господи, я идиот! Какой же я кретин, а? Почему я башню-то не сломал? Так, надо, короче, на трак тигра поставить, и тогда он умрет. Я возьму першинга. Но я сейчас рискую. Да, есть, отлично. Теперь надо слить срочно всего побольше. Так, ты тоже взрывайся. Ну, сейчас, сейчас будет. Ай-яй-яй, уже наседают, надо обновить. Угу, танкист убит, хорошо, время есть. Все, поехал, малыш, давай сразу под калибер, не стреляй, чтобы там фугасы не заряжал. Надо еще разочек обновить. Рановато. Там даже танкиста не было. Заедем под прямой угол, максимально прямой. И все. Ты попал, малыш. В ловушку американцев, в ловушку першинга. Прима Виктория, у меня ник Прима Виктория. Хорошо, слушайте, хорошо. Убили бы миномет. Цены бы им не было. Да-да, это я контролирую. Бронебойный, заряди! Что не так? Почему не заряжает? Ага, ага. Готово. Так, вся техника уничтожена. Сейчас надо с пехотой разобраться. Давайте хоть призывников возьмем. Не вижу клавишу. Возь. Мите долбанный микрофон. Так, что там добить-то надо? Смерч добит. К себе давайте. О!
Ты чё, серьезно, что ли, Даня заднеприводный? Не надо падать производительность. На. Как он улетел. Ну а чё, ты тут под шумочек хотел меня почистить, я тебя умоляю. Это, кстати, звоночек. Возможно, он будет атаковать, а возможно, нет. В любом случае, надо быть осторожнее. Так, все, ты можешь стрелять, кстати. Ай-яй-яй. Давайте хоть ломать эти брустверы начинать. М19 маленько не тем занимается. У нас не так много времени, чтобы брустверы уничтожить. Это хаишка там, да? На трак, возможно, поставил. Здесь бы тоже почистить. Вот поэтому и нужен офицер. Я вообще не вижу, куда стреляю. А, все, он сгорел, я в движок попал. Ну и хорошо. Ну и супер. Взорвался хаишка. Еще один тигр. Ветеран в этот раз. Я не буду на него выкатываться. Если выкачусь, то он ромбом развернется, и все. Я его не пробью. Ему по-любому нужно трак сбивать. Офигеть, там какое попадание. О, роскошное. Кто-то скажет, что я фигней занимаюсь, но фишка в том, что першинг хорош против тигра, только когда тот не в ромбе. И все. А ромбом он развернется, если я на него поеду. Поэтому только через трак. Я даже призывников взять не могу. Так, смерч. Ладно, может быть, хрен с ним. Ой, да я 100 раз это проходил. Не пробью я его так. Для меня это тяжелая цель. А он развернется ромбом, если я буду сближаться. Он уже, в общем-то, разворачивается. Еще разочек надо выстрелить. Пока терпим, терпим. Он ко мне едет, что ли? Я устал. Я еду. А был бы под калибер, я бы уже пил бурбон. Знаете, что-то какая-то чуйка мне подсказывает, что ничем хорошим вот это вот не закончится. И у этого гусеницы нет, оказывается.
Вообще скоро 30-я минута, я думаю, что кто-нибудь из нас по-любому копил на супер першинга. Ладно, напугали. Отличное попадание. Что у нас центр вообще неохотно берет флаг. Че он это тормозит? Тут танк вплотную стоит мой. Башня сломана. Я не поеду за тигром, это глупости полные. Так, это что? Это пак 43. А знаете, что это значит? Это значит, что, возможно, меня могут пробить, и, возможно, я могу убить ее вот этой вот темой. СДшка-то была мертва. Блин, я на траке. Я на траке. Минус першинг, походу. А, он все-таки иностранец. Не хочет на трак ставиться. Или поставился? Нет, не поставился. Но зато першинг живой. Надоел мне этот першинг, если честно. Когда ж он помрет-то? Вот чего я боялся. Вот этой вот картины. Я его не пробиваю под таким углом, даже под калибером. Все, будь что будет с першингом, надоело. Теперь вы понимаете, насколько японский черри крут. У него пробитие больше на максимальной дистанции, чем у меня на этой. Но я надеюсь, что сейчас супер першинг появится. Вот если бы это случилось 10 минут назад или сколько там, я бы не занимался все это время какой-то херней. Супер перш, ребята. Единственный адекватный топовый танк у Альянса союзники. Убили першинга, но поверьте, я слез по нему лить не буду. Замешкался я очень сильно. Расклад для меня на самом деле был идеальный. Я мог и пак 43 убить Шерманом, и тигра першингом. Дьюс башни. О, вы из Франции. Но в итоге хаснул суица, если вы понимаете, о чем я. Бро, супер перш, пожалуйста. О! Старые добрые бронебойщики. Выручают в любой ситуации. Тогда что можно сделать? В принципе, можно и проатаковать вот это вот направление. Чё бы нет. Давайте попробуем. Потому что правый фланг мы проатаковали, еще один фланг, это их вообще деморализует.
Да-да, жопкой-жопкой, то, что я хотел. Нормальные герои всегда идут в обход и атакуют жопкой. Конфету у младенца, и то сложнее забрать, чем этот флаг. Знаете, я на самом деле задумываюсь над тем, чтобы начать играть активно. Некоторые попрекают меня за пассивную игру, но проблема в том, что я иногда активно давлю, и такие бои обычно не выходят. Они быстро заканчиваются, потому что враг ливает. Кстати, сейчас закончится топливо уже. Да ё-моё, а! Отлично. А че она там стояла? Че она там стояла? У меня управление перестало слушаться. Ё-моё, перекинул, чтоб тебя, а. Этот-то сейчас починится. Давайте зипа хоть возьмем. Она сейчас достаточно скоропостижно починится. А этот не уехал, все еще там стоит. Да что с тобой, стопятка? Так, надо высадить. Чуть топливо залить. Хоть из канистры. Ну все, он уехал. Как-то не вяжется у меня с паком этим. Вечно удирает. В борт спокойно пробью. Добьем? Пожалуй. Здесь, кстати, вообще никакого сопротивления нет. Он как будто не знает, что делать. Давайте этого взорвем, чтобы не снял Браунинг. Вообще шик. Ну и там остался только Пак. Я офицер-то не могу взять, вот он бы пригодился. СДХ едет, значит, Пак близко. Ныряй. Да почему ты перекидываешь, дура? Похвалил, называется, точность 105-го Шермана. У него сейчас и это топливо закончится. Он все еще тут. Надо, чтобы он показал себе. Где ж ты катаешься-то, а?
Убил бронебойным бойца. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, один танкист залезает, другой беги вперед. Это штукинский. Ну, шансов у меня тут мало. Безоткатники у меня тут есть, в принципе. В принципе, от них можно как-то. Обычные бронебойщики есть. Так, вот они, безоткатники, давайте. Уже бы давно, на самом деле, отправил на фланг. Ну, впрочем, победа не за горами. Я могу его на трак поставить, попробовать. Ахаха. На трак я не поставил. Дом скоро закончится. Надо искать другой. Ё-моё. Выцепил как-то. Ну ничего, ничего. Крысюки ползут. Безоткатные крысюки. Давайте чиним. Сейчас за забор уедет. Это не снайпер? Это не снайпер. Мне нужен грузовик срочно, иначе сейчас топливо закончится 100%. Мне кажется, он даже не понял. А я не понял, что случилось с паком. Честно говоря. Ну вообще не сопротивляется даже. Давайте посмотрим, что на других направлениях. Везде что-то происходит. Каждый играет по-своему. У каждого своя игра. Наконец-то все. Пополнился. Можно спокойно жить. Давайте сбегаем. За артой. Потому что, мне кажется, немец уже вообще ничего не берет. И не будет брать. Руки опустились. Так, срочно 105-ку. Запоминаем, где он стоит. Мчи, родная, мчи, что есть мочи. Она продолжает перелетать. Но я как бы подбил, но она еще жива 100%. А где он?
Мне кажется, я мертв, хотя стоп. Да ё-моё. Я замешкался опять-таки. Эх, 105-ка. Ну хотя, знаете, по делам ей. По делам. Она меня бесила уже что-то последнее время. Она заслужила вот этого вот. Столько раз промазала по паку. Я добавлю даже. Что-то задержка лютая стала из-за чего так. А вот это вот твинк, я вам сразу сказал. Как обычно.